Сколько я знаю, с Сирией заключено соглашение определенное, и оно выполняется. Вот все, что я знаю. Поэтому что значит важнее? Конечно, важнее выполнять свои обязательства, хотя мы их иногда не выполняем в угоду, вот как вы сказали, нашим друзьям, вашим друзьям из США. Например, мы не поставили такие же С-300 в Иран, по сути говоря, нарушив международное соглашение, поскольку это не является наступательным вооружением, чисто оборонительным и на нас Иран подал в суд. И, скорее всего, нам присудят тот же Гаагский международный суд, может присудить нам несколько сот миллионов долларов выплаты штрафов. Я думаю, что это касается С-300 или других оборонительных, именно оборонительных, которые не находятся под санкциями, поставок вооружений в Сирию. Надо поставлять, надо выполнять, если они не противоречат международным договорам.